На Лебашевском базаре, который расположен в заречной части областного центра, развернулась новогодняя ярмарка «Покупайте Минское». 40 местных товаропроизводителей привезли на продажу свою продукцию. Она проходит 24 и 25 декабря. Что в ассортименте и какие товары особенно популярны, расскажет Юлия Никифорова. Вкуснейшие армянские сухофрукты без сахара. Хурма, персик, груша. Сегодня абсолютно каждый посетитель ярмарки сможет их попробовать. На прилавках изобилие натуральных продуктов. Это пастила без сахара. Здесь чай, который собрали на Ишимской земле. Такая продукция может стать отличным новогодним подарком. Наши орехи проходят очистку, обсушку в цехе. У нас всегда все свежее, качественный товар. Рекомендую приобретать и детям, взрослым. Приобрести здесь можно и товары от фермеров, молоко, сыр, мясные изделия, мед и многое другое. Все натуральное и по приемлемым ценам. Я вообще всегда положительно отношусь к продукции местного производителя, потому что, они чище, они свежее, они без всяких добавок. Крупные производители, сельские предприниматели и фермеры – все на одной площадке. А эта витрина привлекает сладкоежек. Торты, капкейки, пирожные – все работы выполнены участниками конкурса кондитеров. Десерты можно попробовать и приобрести. На ярмарке можно не только совершить покупки, но и отдохнуть всей семьей. Для посетителей проводят конкурсы, концерты и разыгрывают подарки. 2021 год был годом нелегким как для населения, так и для бизнеса. Но этот год показал, что только вместе, только поддерживая друг друга, мы можем добиваться каких-то побед. С наступающим Новым годом! Поддерживайте друг друга, покупайте тюменское, будьте здоровы! Ярмарка показала, что продукция местных производителей востребована, и все больше жителей региона готовы и хотят покупать тюменское. Юлия Никифорова, Дарина Халина, Леонид Елизаревич, Тюменская служба новостей.